День Победы к нам зашел малоракетный корабль. Он называется малоракетный корабль, но очень эффективный, очень высоко оснащенный современным оружием. И вы, наверное, тоже обратили внимание, какая была реакция на заход этого корабля. И мы были заинтересованы, это соответствует интересам всех жителей Абхазии, обеспечить твердый мир. А твердый мир можно обеспечить, усилив свои вооруженные силы, чем мы и занимаемся здесь у себя внутри и вместе с руководством Российской Федерации. Поэтому пункт базирования материально-технического обеспечения ВМФ будет развернут в порту города Чимчира, потому как это соответствует нашим интересам. Это направление работы будет только усиливаться, потому что вопросы безопасности и ранее носили первостепенный характер. А сейчас, вы видите, да, ситуация на Украине, ситуация на Ближнем Востоке. Мир находится на грани большой войны, и ни в коем случае этого допускать нельзя. Поэтому мы будем эту работу продолжать. Более конкретно, не считаю нужным об этом говорить в СМИ. Это будет подразделение военное, которое будет выполнять соответствующие задачи